Эпидемия гриппа в Латвии была объявлена 21 января, и на сегодняшний день число заболевших достигло отметки 100 случаев заболевания на 100 тысяч жителей. Самый высокий показатель гриппующих зафиксирован в Алмере – 749 человек на 100 тысяч населения, а также Елгаве и Резекне. В отличие от других городов страны, ситуация в Даугавпилсе не является столь критической. По датам за прошлую неделю уровень заболеваемости гриппом составил 283 человека на 100 тысяч населения. Лабораторно в Даугавпилсе, как и в Латвии, подтвержден грипп типа А. И всего с диагнозом грипп в Даугавпилскую региональную больницу госпитализировано 83 человека. На данный момент на лечении в стационаре с диагнозом грипп находится 13 пациентов, из них 8 взрослых и 5 детей. Следует отметить, что никто из них не был привит. Грипп – это достаточно распространенное заболевание, которое отнюдь не нуждается в стационарном лечении. В стационарном лечении нуждаются тяжелые формы гриппа и осложнения гриппа. Значит, больше всего болеют молодые. Вернее, не молодые, а дети болеют, и люди пожилого возраста, у которых при заболевании гриппом наступают осложнения других соматических заболеваний. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний, в целом по Латвии самое большое число гриппующих зарегистрировано в возрастной группе от 5 до 14 лет. В конце прошлой недели этот показатель достиг отметки 1333 случая на 100 тысяч жителей. Что касается Даугавпилса, то до конца текущей недели временно были прекращены занятия пока только в 6-м Б-классе школы Сасканес и 4-м Б-классе основной школы Венебас. Как правило, эпидемия длится от 7 до 12 недель. Но по прогнозам, наверное, прошлая неделя, эта неделя будет самая высокая и пойдет уже. Должен уже идти спад. По-прежнему остается высоким и уровень заболевания даугавпилчан острыми респираторными заболеваниями, который в конце прошлой недели составил 2000 случаев на 100 тысяч жителей. Это больше, чем в других городах страны, кроме Резекне и Вентспилса.